нас же по Шушинскому соглашению азербайджанская диаспора является в мире во всем, и в России тем более, некоторым инструментом продвижения политики «один народ, два государства». Я, дурак, думал, у нас Азербайджан – это бывшая братская республика. Ну да, советская, ну да, социалистическая. Оказывается, вот оно как, это братская советская социалистическая республика, руководителем которой был Гейдар Алиев, батюшка нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева, закончившего МГИМО, генерал госбезопасности, будущий президент независимого Азербайджана. Это было марионеточное государство. Вот оно как. Вот оно где, оказывается, собака порылась, как говорили во времена Горбачева. Сам Михаил Сергеевич и говаривал, который дал начало вот этим процессам. Ну, тогда понятно, конечно. Тогда много чего становится понятно. Может, мне кто-нибудь ответит из коллег из ИТАРТАС? Вот в данном случае, Михаил Соломонович Гусман, я к тебе обращаюсь. Ты ж бакинец, да? Человек недалекий от руководства Азербайджана и сегодняшнего, и прошлого. Человек, искренне любящий Азербайджан, я тебя понимаю, и Баку. И тот Баку, который был, и тот Баку, который сегодня есть, ты искренний человек. Про тех людей, которые независимую газету превратили в некий рупор, когда надо, азербайджанской политики, турецкой, я вопросы уже не задаю. Ну, что Ремчукова мучить? Бизнес есть бизнес. Но ведь было уже общее прошлое, или его уже нет? А если его нет, может, вопрос должен стоять о возвращении традиций царской армии, которая брала под контроль в свое время и Гюмрю, и Карабах, и Баку, вот все эти ханства, Шамахут и много чего другое, из которых потом возникла Азербайджанская республика, заодно и был сформирован азербайджанский народ. В годы Иосифа Виссарионовича Сталина, в отношении которого такого рода писанина была бы, наверное, невозможна. Правда? Во времена его так в Азербайджане, в Баку не высказывались, понимая, чем кончится.